Доброго времени суток, с вами Виджевери. Как я обещала, сегодня я буду проходить последнюю главу, ну, я надеюсь, что последнюю главу компании за нежить. Здесь мне придется очень долго отбиваться от людской армии, пока минут 30 будет происходить все одно и то же. Магический круг приготовлен в точности по твоим указаниям. Ты готов начать обряд? Почти. Я уже дочитываю. Это просто невероятно. Автор знает о демонах практически все. Я подозреваю, что он был гораздо сильнее, чем думали его современники. Его силы не хватило даже на то, чтобы избежать смерти. Вот что главное. Достаточно того, что сегодня мы завершим начатую им работу. Приступай. Итак, пришел Тикондрус и, как всегда, ни здрасте, ни до свидания. Даже не спросил, как мы тут. Просто сказал, давай, читай заклинание, и свалил. Ох уж эти демоны. Итак. Келтузет не должен погибнуть в течение 30 минут. Ах, блин. Приступай. Так. Жизнь за Нерзула. Давайте построим зиккурат. Да, повелитель. Лорд Артес, наши разведчики обнаружили склад гоблинских мин. Великолепно. Мы найдем им достойное применение. Будет много зиккуратов. Очень много зиккуратов. Ваша воля исполнится. Настолько много, что у меня даже слов нет, сколько их много будет. Да, повелитель. Защищать Келтузеда любой ценой. Обряд не должен прерваться. Окей. Так. Так, давайте посмотрим, что у нас тут, ага. Я жажду служить. Ты, короче, строй зиккурат. Да свершится предначертанное. Ребята, ребята, давайте деревья рубить, это ж круто. Жизнь, застройка завершена. Ваша воля исполнится. Стройка завершена. Я не знаю, откуда тут придут, скорее всего, вот с этой стороны. Ваша воля исполнится. Поэтому лучше перебдеть. Постройка завершена. Так, больше у меня денег не хватит на зиккураты. Постройка завершена. Значит, мне надо завершена. Прижать еще вурдалака и еще парочку постройка послушников, завершена. Я так понимаю. Почему бы нет? Так, кто-то там что-то говорил про... Что? Полегче. Вот тут, по-моему, да? Ага, вот сюда мне надо сгонять. Окей, сейчас сгоняем. О, еще ты. Все-таки построй мне зиккурат. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Постройка завершена. Я вас загоняю, ребят. Исполню. Постройка завершена. Так. Постройка завершена. Офига себе вас много. Офига себе я ресурсы трачу, а? Это ж какая-то жесть, честное слово. Ну а что я могу поделать? Ничего я не могу поделать. Чего же выступают? Живые наступают. Сейчас мы с ними разберемся. Давайте по щам. Живым надаем. Ибо нефиг им тут фигнёю страдать. Постройка завершена. Круто. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Офигенно. Постройка завершена. Нужно больше золота. Постройка завершена. Так, мне нужен один, чтобы просто... Да, хилить зиккураты. Да, именно так. Артес. Ну что еще? Я не могу взять за короля мертвых. Почему, Артес, ты так говоришь? Вот так-то постройка лучше. Постройка завершена. Ну да ладно. Постройка завершена. У меня нет времени, чтобы какие-то там мины еще брать. Поэтому я, пожалуй,
Вот этих вот порубаю, ребята. Наконец-то. Это плохо. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Так. Это проблематично. Да, повелитель. Я не хочу, чтобы он огребал. Но он и не огребает, вы только посмотрите. Он восстанавливает здание гораздо быстрее, чем эта птичка его атакует. И почему, спросите вы, я постоянно строю зиккураты? Ну, в данном случае это необходимо. Абсолютно необходимо, потому что... Потому что на нас нападают всякие летающие твари, как вот эти вот грифоны. А не так уж много у меня юнитов, которые могут атаковать воздушные цели. Пехота против них, к сожалению, бессильна. А это плохо. А вот зиккураты могут атаковать воздушные цели только так. Небеса озаряют пламя легиона. Барьер между мирами ослабевает. Ура! Легион послал нам на помощь адских гончих. Адские гончие! Они в твоем распоряжении, рыцарь. Они похожи на таких рогатых кабанчиков. Хотя, конечно, возможно, мне просто кажется. Но сверху они похожи на кабанчиков. Кто бы мне что ни говорил. Постройка завершена. Моя кровь. Еще один зиккурат, вот что мне надо. Артас, пригоняй сюда, пригоняй. Кстати, мне тут говорят, что у меня какой-то акцент одесский, украинский. Я не понимаю, в чем это заключается. Какой такой акцент? Или может дело в том, что я иногда говорю вот так? Ну так это же я прикалываюсь чисто. Потому что мне скучно. Ваша воля исполнится. Делать нечего. Вот я и прикалываюсь. Ну а что поделать? Знаешь, как-то себя развлекать. Особенно, когда целых полчаса надо ждать. Ну уже 23 минуты осталось. Но все равно это много. О, я вижу рудник. Так. Короче, я сейчас вот этих ребят возьму и попру на рудник. Живые наступают. Говори, глупец. Постройка завершена. Ну что еще? Это было быстро, скажу вам. Та-та-та-та. Вот так-то лучше. Кто ж спорит? Так. Живые наступают. Вот это плохо. Вот это плохо. И это где плохо. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Они вообще не замечают, что ли? Такие глупые всадники. Хотя сложно назвать всадниками тех, кто на грифоне вроде. Ну, с другой стороны, а почему бы нет? Может, на грифоне. Это как конь, только не конь. Чего желаешь? А, да, я ж хочу построить. Нет, жертвенник. Жертвенник у нас есть. Мне нужно... Стройка завершена. Темная цитадель. Да. Темная цитадель. А потом... Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется будет моя плохо, кровь? Если они придут сюда с... Да. Штукой, которая таранит здание. Стройка завершена. Очень плохо будет. Так. Ты еще у меня. Отлично. Так, вот вы, ребятки, сейчас пойдете вот сюдашеньки. Что ты хочешь увидеть? Живые наступают. Что тут у нас? А, блин. Это не круто. Где Артас? Артас. Стройка завершена. Ты узнаешь, что такое боль. Надо избавиться от волшебницы, иначе они тут порушат мне все декураты. А это неприемлемо! Абсолютно неприемлемо! Да свершится предначало. Артас. Стройка завершена. Тут-то. Артас. Ну, это хорошо, что ты тут.
Мне сейчас надо отхилить вот этого могильщика. И призвать еще одного. Потому что лишним он явно не будет. На самом деле, эту главу я прохожу не первый раз, а пятый. За последние 3 дня. Но сегодня первый. И я надеюсь, что удачно я ее пройду наконец. Потому что меня задолбало каждый раз сливаться. Я жажду служить. Это трудно, я не спорю. Но я хочу в этот раз сделать все правильно. Тем более осталось всего 20 минут. Настройка приступаю. Где прольется моя кровь? Живые не ступим. Исполню с радостью. Строим рудничок. О! Я так и думала, вот он. Вот она. Вот она штука, которая таранит здание. И ты. Я жажду служить. Да не ты. Да блин, живые где этот придурок? Наступают. Где он? Где он? Где ты? Где ты? А, жизнь тебе это надо. Он послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении. Ну, этот декурат они уничтожили. Но с этим разберутся спокойнюхонько. Оставшиеся. Еще адские гончие. Этот крут. Я их отправлю вот сюда. Ибо нефиг на меня нападать. Когда я занята важными делами. Чего желает мой повелитель? Да, повелитель. Останавливаю тут, короче, все. Ой, родник еще долго строиться будет. Цитадель уже готова. Ладно. Мы поступим, кровь. Знаете, как? Построим костяной завод где-нибудь тут. Ваша воля исполнится. А че бы нет? А тут еще зиккурат. Да. Аккуратный зиккурат. А че бы нет? И еще один. Да свершится предначерто. Как мне это нравится? А, восстанови тут немножечко. Так, тут у нас еще. Что тут у нас тут? Я жажду завершена. Вот этот вот горит зеленым пламенем. Это не круто. И тут у нас мало народу что-то. Артас, иди-ка ты сюда. А вы тут стойте. Клопы, блин. У меня достаточно много, знаете ли, денег. А когда я... Вот этих вот ребят поставлю добывать золото из этого рудника, то у меня будет еще больше золота. И тогда я вообще буду крутая. Постройка завершена. Возьму я пару банши и некромантов, я их прокачивать не буду, живые правда. Наступают. Но они мне нужны, знаете почему? Потому что они тоже могут атаковать летающие постройка цели. Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Они мне тут зиккураты портят. Чё ж тебя им кого ждём, Артас? Совсем надо следить, а, ёкала мне. Ну чё это за фунчоза, а? Так нечестно. Артас. Фростморн жаждет крови. А не, вон в того. Вон в того. Я знаю, что ты можешь. О, шикарно. Шикарно. Просто шикарно. Ага. Надо изучить сети. Сейчас изучим. О, мне гаргульи доступны. Кстати, гаргульи хорошо идут против вертолетиков. Но мне нужны ледяные змеи, потому что вот... Я так думаю, что одним только отбивательством я не спасусь. Мне надо разгромить войска противника. А точнее, лагеря противника. Чё, где, когда? Ага. Вот тут-то мне и нужны гаргульи. Гаргушки. Говори, глупец.
А кого же мне... Постройка завершена. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Вот ты где. Моя кровь. Вот ты где, да? Постройка завершена. Постройка завершена. Чё стоим-то, а? Артас! На нас напали. Артас! Не стой, не жди, а убивай. И вы тоже не стойте. Блин. Я туплю, конечно, не спорю. Полегче. Фростморн жаждет крови. Тыщ. Ну что еще? Не, говори, Артас. Глупец. Ты сюда идешь. Жизнь замерзула. Ты один, чё ли? Ты чё ли один? Блин. Не то. Зиккурат это у нас З. Ну, конечно, это было, блин, очевидно. Постройка завершена. Блин, осталось 15 минут и... О, у меня дракончик подоспел. Надо еще одного. Живые наступают. Легион послал нам на помощь адских гончих. Адские гончие? Сейчас они тут на... Устроят. Устроят великую бойню. Артас, ну, ты тоже им там помоги. Тебе все равно пофиг на все происходящее. Я знаю. Я тебя, черт возьми, знаю. Приказаний. Да хранит меня тьма. На ага. Нас напали. Ага. Да пофиг. Всего-то ничего. Я жажду служить. Склоняюсь перед вашей волей. Я жажду служить. Так, это самое. Ну, еще один тут поставь где-нибудь, я не знаю, ну вот тут. Да свершится предначертанное. И иди хиль вот эти. Чё б нет. Склоняюсь перед вашей постройка завершена. Шикарно. Но, блин, дракона я терять не хочу. Постройка завершена. Что же еще мне нужно? А ну конечно, зиккурат. Аккуратный зиккурат. Боюсь, что этого не хватит. Увы. Полегче. На нас напали. Вот так-то лучше. Постройка завершена. Тихо. 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 Тут столпотворение, ну, давайте. Во славу плети. Жизнь замерзула. Делаем как надо. Стройка завершена. Да, стройка завершена. Конечно, с моей зиккурата, так как они вообще могут поступать? Это вообще. Постройка завершена. Постройка завершена. Блин, что это? Боже. Исполню с радостью. Да, повелитель. Исследование завершено. Вали куда-нибудь уже, я не знаю. Исполню вот сюда. С радостью. Артас? Говори, глупец. Наконец-то. Шикарно. Раз, два. Что-то это мало, я знаю, мало, но... А что я могу сделать? А ничего я сделать не могу. Постройка завершена. Слетаю-ка я одним дракончиком вот туда. Я не знаю, что постройка тут у нас находится. Завершена. Это я хочу узнать. Склоняюсь перед вашей волей. Постройка завершена. Молодец. Постройка завершена. Постройка завершена. Он все завершается. Так, я на всякий случай сохранюсь. Так, что я делаю? Склоняюсь ага. перед вашей волей. Ага. Вот оно что. Мне надо как-то пролететь вот сюда. И уничтожить здание.
Но это небольшая проблема, потому что... Постройка ну вот. Завершена. Мне нужна все равно армия. Постройка завершена. Небольшая. Живые наступают. Постройка потому завершена. Потому что, как бы я ни хотела, одни драконы мне тут не помогут. Я жажду служить. Да, и это было глупо. Предначертанное. Исполню с радостью. Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится. Завершена. Нет, они его атакуют. Он сейчас сдохнет. Жаль. Живые наступают. Он хотя бы попытался. Чего желает мой повелитель? Хильзикурат! Если выживешь. Постройка завершена. Да ладно, ты живой? Постройка завершена. Круто. Тебе за это полагается печенька. Живые наступают. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Ох ты ж. Наконец-то. Нам на помощь пришли могучие духи огня. Веди их в бой, рыцарь. Может, они мне помогут? Так. Где тут вход-то в это блинское королевство? Ну, давайте узнаем. Они светятся в ночи, как живые факелы. Наступают. Это круто. Стойте. Жизнь за Нерзула. Молодец, молодец. Исполню с радостью. Живые наступают. Ваша воля исполнится. Чё, где наступают? Кого, куда? А, вы? Ну, это не страшно. Склоняюсь перед вашей волей. Я могу построить да, еще зиккурат. У меня много послушников. И осталось еще 8... Почти 9 минуток. И это хорошо с одной стороны, ваша и плохо с другой исполнится. Стороны. И... Блин. Мне да, нужно еще зиккурат. Повелитель. У меня скоро зиккуратная мания начнется. Исполню с радостью. Вот честное слово. Я жажду зиккуратная служить. Мания. Я не знаю, существует ли такое в природе, но... Почему бы этому не существовать? Постройка завершена. В жизни все возможно, да? Ведь да? Ведь да? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Хорошо. О, как постройка раз. Постройка завершена. Артас, не оставайся в стороне. Дорогуля. Во славу плети. Постройка завершена. Постройка завершена. Да, это не лучшая идея была, по крайней мере. Отходим. Постройка завершена. А куда мы отходим? А вот сюда мы отходим. Постройка завершена. Вот что мне нужно. Тут где-то источник жизни был, да. Точно. Остановимся, и будет шикарно. Ну что еще? Где прольется моя кровь? Да, повелитель. О нет. Все-таки мне придется еще одного послушника призвать все-таки. Вообще не весело как-то жить в этом мире. И тут что-то мало зиккуратов. Мне нужно больше послушников. Дела не ждут. Чего желает мой постройка повелитель. Завершена. Да свершится предначертанное. Говори, глупец. Дела не ждут. Дела не ждут. Наш золотой рудник скоро напали.
Кто там напал-то на вас опять? Постройка завершена. Ой, да ладно. Думаешь, напугают меня эти штучки? Да ведь нет. Где прольется моя кровь? Постройка завершена. Ну, я даже не знаю. Ну ничего, сейчас построим еще декоратор. Че б нет? Дела не ждут. Больше. Склоняюсь перед вашей волей. Она ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Свершится предначертанное. Чего желает мой победитель? Исследование завершено. Полегче. Так. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вот тебе. Блин, их нереально одолеть. Что вот же мне делать? Лучше. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Завершено. Ох. Ты. Еще один. Чего желает еще один. Мой повелитель? Жизнь за Нерзула. Где прольется моя кровь? Я не знаю. Я жажду служить. Молодец, молодец ты, молодец. Исполню с радостью. Осталось 3 минуты и боюсь, что меня вынесут. А, я не хочу, чтобы меня вынесли. Золотой рудник обрушился. Постройка завершена. Никто не смеет мне приказывать. Постройка я завершена. Не спорю. Кстати, в английской версии Артус не такой пафосный, завершена. Не такой... Не знаю... Жизнь за Нерзула. Исследование завершаюсь перед вашей волей. Так. Нас напали. Исполню с радостью. За Нерзула. Плохо, что на нас напали. Ну что еще? Че кого отхилить? Голема, отлично. Постройка хорошо, как завершена. Скажете. Живые наступают. Ой, да пофиг. Пофиг. Где прольется моя кровь? Ой, да не знаю я. Вот честное слово. Исполню с радостью. Так, кто тут? Живые наступают. Полегче. Вот ты. Чего желает мой повелитель? Да, блин, да сколько же можно-то, а? На нас напали. Да вы задолбали, вот честное слово, а? Постройка завершена. Нападайте им, чё ли? Говори, глупец. Вот так-то лучше. На нас напали. Постройка завершена. Живые наступают. Постройка завершена. Вот вы твари. Вот вы твари, а? Твари в кляре. Где прольется моя кровь?
На еду. Жизнь. Держитесь. Мы должны защитить Калтузеда. Час победы близок. Хорошо. Живые наступают. Постараемся сделать все, что в наших силах. И все, чего в наших силах нет. Живые на ваша воля исполняется перед вашей волей. Исполню с радостью. Ага, так это ты. Что вообще тут происходит? Что это за капец? Живые наступают. Ох ты ж ё. Нужно больше золота. Да больше-то. Да больше-то золота. Вы чё? Постройка завершена. Постройка завершена. Ой-ой. Живые наступают. Где эти придурки? Чё, всех перебили, что ли? Ну чё, опять, что ли? Всё плохо. Никто не смеет. Артас. Беги. На нас напали. Наш герой погиб. Жаль. Да неужели? Да неужели? Приди, лорд Архимонд. Приди в этот мир и позволь нам насладиться огнем. Да неужели? Пресвятые пушистые котики. Смертные. У меня получилось. Пришло в этот мир. Ты хорошо поработал. Мой план осуществился. Лорд Архимонд, все готово. Хорошо, Тикондрус. Король мертвых нам больше не нужен. Отныне ты будешь командовать армией плети. Как пожелаете, господин. Скоро я начну вторжение. Но для начала нужно преподать урок этим жалким колдунам. Я сожгу их город дотла, и о нем не останется даже воспоминаний. Ну я молодец. Наконец-то, с пятого раза, но у меня получилось. И это шикарно. Они что, шутят? Что будет с нами? Терпение, молодой рыцарь. Король предвидел и это. Ты еще сыграешь свою роль в его великом плане. Ура! Мы победили! Келтузета таки не убили, хотя буквально на волоске он был, Артаса убили. Но, тем не менее, Келтузет остался жив. А теперь давайте посмотрим ролик. Азир Удар Нутарус. Ora
Мурданаус Менар, Илямур Нуфалус Када. Итак, что ж, на этом закончилась кампания за нежить. Даларан разрушен, и теперь нам придется играть за орков, а именно за Трала, который впоследствии станет вождем орков и основателем Аргримара. Однако это я сделаю уже в следующий раз. А пока что на этом все. Удачи вам в жизни и до свидания!